Пропала собака. Объявление об исчезновении своего любимца Ольга и ее сынишка Виталик расклеивают по всей округе уже почти месяц. Золотистый ретривер по кличке Лева пропал 29 мая этого года. Ничего не предвещало. Мы думали, что он где-то... Я думала, что он там со знакомой внизу. Она думала, что он со мной. И, соответственно, мы сразу не хватились. Да? А потом уже ближе к вечеру я смотрю, что-то нету. Там косточки я ему выложила. Вот, и я смотрю, что не ест он. Левина лежанка пустует. Даже подружка пса, кошка Пеппа, загрустила, оставив игрушки, в которые они играли вместе. А что говорить о маленьком Витале? Для него пропажа любимой собаки стала настоящей трагедией. Ну что, да, соскучилась? И я соскучилась. Хоть бы он нашелся, правда? Леву видели в обществе девушки, поившей его водой. Она запечатлена на листовках. По словам очевидца, на пса пытались надеть ошейник. Хозяйка собаки подтвердила, что на фото именно Лева. Мужчина побежал, со слов того, кто фотографировал, мужчина побежал за какой-то ошейник, чтобы еще что-то, ну, в общем, взять, увезти. Не знаю, удалось, не удалось. Мужчина тоже, который сфотографировал, он не знает, удалось ли, не удалось ему увезти Леву. Вот, но это вот единственная фотография, которая, получается, у нас есть. Там вот темненькая девушка, лет 30, наверное. Время идет, но семья не отчаивается и продолжает активные поиски своего любимца. Ведь Лева еще и коллега своей хозяйки нейропсихолога, которая помогает в реабилитации людям с инвалидностью. Если вы обладаете информацией о месте нахождения золотистого ретривера Лёвы, свяжитесь с его хозяйкой по номеру телефона 8 985 411 57 41. Марина Носова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.